Мехзавод. Оживленная остановка общественного транспорта. Сотрудники госавтоинспекции вместе с отделом технического надзора проводят очередной профилактический рейд. Сотрудникам госавтоинспекции будет уделено пристальное внимание таким нарушениям, как нарушение режима труда и отдыха, который позволяет зафиксировать у нас такое устройство, как тахограф, который находится практически в каждом автобусе. Также сотрудникам госавтоинспекции будет уделено пристальное внимание техническим состоянием транспортного средства и наличием диагностических карт. Особое внимание уделяют отметкам о прохождении водителями предрейсового медицинского осмотра, применению ремней безопасности пассажирами, соответствию технического состояния транспортных средств, установленных требованиям. Сергей Петрушин, водитель со стажем, за рулем автобуса 29 лет, перевозит детей. Рассказывает, что к своей работе подходит со всей ответственностью. Есть и своя специфика оформления путевого листа. Ремни, все документация, все есть. Документы все оформляются в ГАИ. Подаются туда уведомления, инспектора проверяют, приезжают машины перед выездом. Полностью спокоен, что все у меня в порядке. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.